А ну-ка, встаньте сюда, вот у нас Игорь. Кто остался, все уехали. Батюшка тоже Потеряевку. Вот это у нас, вот сюда вот встаньте так. Миндаль. Я сфотографирую. Сережа, идите сюда. Напротив миндаля. Это символ бессмертия, об этом Екклесиаст пишет. Зацветет миндаль, то есть плоть. Люба, иди сюда ближе. Это, идите сюда, Алла. На фоне миндаля. Ну идите сюда быстрее. Какие плоты? Надо было в платках нам. Да ладно, пойдет. О, сейчас пойдут на наше на благовестие. Вот сюда напротив куста, станьте поближе. Хорошо у вас получится. Степан, найди сюда. Миндаль. Миндаль – символ бессмертия. Это Екклесиаст пишет. Миндаль зацветет. Зацветет, значит, мы будем подобны Господу, когда воскреснем. Сегодня 2 мая 2016 года. Батюшка приехал, службу провел у нас. Все, во славу Божию. Вот это вот мне Баварин как раз, мэр города-то, и вот эту я когда выиграл, 11 лет шел суд. Я-то это не садил, береза, так досталось по наследству. И елка чудесная. Ой, вообще. Так, маленько чем-то припри дверь палочкой. Я сейчас пойду за ключами. Игорь уезжает у нас в тайгу. Золотоискатель. Хоть бы маленько килограммщика два мне подкинул золотишко-то. Ну, мешочек, как святитель Христов Никола. Не хватает там самим никогда. Ты начальнику своему-то подскажи, скажи, тут есть человек, который нуждается. Да, да, а то он не знает. Ребята, он знает? Конечно, знает. Пускай помогает, пока он, есть возможность. Он помогает, он спортсменам помогает. Он в духовном он не понимает ничего пока. Ну так, спортсмены, скажу, у нас тоже ребятишки спортом занимаются. Да, я говорил. Вроде Людмила Степановна. Вот так, Ю. Да, Людмила Степановна что-то произнесла, так и слава. О-о-о! Мой голос услыхали, смотри, что делает. За мной бегают дикари. Ну-ка. А красивые-то какие? Да, конечно, красивые. Я к ним отношения нынче изменил. Они не болеют и своим присутствием моих голубей оздоровляют. Он где-то там высоко. Коршун летит, его даже не видать. Под облаками. Ну что, пришли? Попить пришли? Давайте пейте. Вот у меня тазик стоит с водой. Давайте. Выпустил я их. Все.